Добрый день, дорогие друзья. Среди женских команд. И сразу опасный момент. Александра Колесова выручает норманочку. Сегодня ждем какой-то комбинации. Пас назад. Мария Самойлова, удар, и выручает команду. Спокойно его прибрала. Самойлова. Хорошая передача была на Самородову. Уже атака норманочки здесь. Мария Самойлова прокидывала мяч. Чернову. Чернову направлена. Хорошая передача пяткой на Самойлову. Самойлова. Нарушение правил. За стороной хотела переправить мяч в ворота. Получилось немножко это у Александры. Екатерина Самойлова. Хорошая передача. Выход 1-1. Удар. И открывает счет Дарья Навозова. Отличная атака гостей. Блестящая передача от Екатерины Самойловой. Разрезала она там всю оборону норманочки одной передачей. И Дарья Навозова тут же включается в борьбу. Проиграла борьбу Юлия Енина. У чужих ворот здесь суматоха. Угловой. Екатерина Тумакова. Сейчас опасно. Самойлова бьет по воротам. Добивание будет здесь. Мяч застыл там буквально. Правдина играет на Самородову. Самородова отыгрывает на Правдину. Здесь можно что-то придумать. Удар Правдиной. На месте. Показатели имеет. Так, все готово. Свисток арбитра. Сейчас Правдина развернулась хорошо. Екатерина Самойлова на Родькину. Здесь потеря. Мария Самойлова смещается в центр. Удар по воротам. Александр устремляется вперед. Бьет поворотом на месте Куприянова. Нужно выигрывать. Понимают это хозяйки. Мария Самойлова бьет поворотом. Самородова. Самородова обрабатывает мяч, скидывает на Самойлова. Мария Самойлова выигрывает. Удар поворотом. Анна. Таким образом немножко выплеснула эмоции. Газимова бьет поворотом. И Нелюбова. Ну, Правдин назад на Чернову. Самородова. Прострел. Замешкался мяч. И Самойлова. Самойлова. Правдина простреливает. Снова здесь Самородова. Самородова на Самойлову. Хорошая передача. Удар. Штанга. Спас свою партнершу. Здесь Земирова. Бьет поворотом, но мяч летит выше. Самородова. Прострел. Самородова на подборе. Правдина. Самородова бьет. Еще одна штанга. Самойлова. Удар. Газимова перехватывает. Бьет поворотом. Мимо. Но уже все. Закончилась встреча. Поздравляем футболистов Лагуны с этой победой. В заключительном матче 15-го тура. Прощаемся с вами. До плей-офф, до 9 апреля. Увидимся в полуфинале.